Мои дорогие, всем огромный привет! Добро пожаловать в новый влог. Я хочу вам показать, посмотрите, сегодня распустился цветок. Это мне дарила мама, то есть не мне, а Кирилл. Кириллу дарила, потому что Кирилл говорит, да, бабушка, мне надо цветок. И вот он принес, я как-то рассказывала, что он принес домой цветочек этот. Мне кажется, это в Новый год где-то было, да, где-то так. И вот герань, и она расцвела. Вчера, вот мы 8 марта у мамы были, рассказывали, что у нее как вот бутончики образовались, вот здесь вот. И сейчас она стала расцветать, открылся один цветок. Мама, кстати, говорила, что розовых много вроде бы, а красных мало у нее получилось. И вот у нас как раз красный, она очень будет рада, я сейчас сфотографирую, покажу ей. Так что вот, ну, правда, он немножко, мне кажется, болеет, бабушка сказала, потому что у него, видите, вот такие вот листочки есть. Я не цветочница, поэтому вообще не понимаю. Мама что-то там вроде как-то смотрит видео, ну, по телевизору показывают, там женщину какую-то цветоводу показывают, она в Ютубе есть. И вот она все время всякие рекомендации дает, и мама все делает. Она нам какие-то средства дает, что-то в бутылочке там разводит, говорит, поливайте. Да, водой вот этой, которая у нас отстоится, потом поливаем. В общем, следим за цветком. Но вот это вот, конечно, мне не нравится. Что это, девчонки? Что это за болезнь? Что нужно сделать? Что ему не хватает? Вы, наверное, знаете. Я знаю, что вы знаете. Пишите. Да, кстати, мне цветок еще подарила на 8 марта, еще свекровь подарила. Сейчас я покажу вам. Просто я его тогда убрала подальше и не показала. Тоже в горшочке надо будет просто горшочек сменить. Тоже герань вроде бы сейчас принесу. Ой, девчонки, надеюсь, не отсвечивает. Вот. Видно. А горшочек надо немножко сменить, потому что у меня все горшки белые. Надо беленький. Ну, либо поставить, купить прямо в горшок какой-то. Так, сейчас я попробую штору закрыть. Отсвечивает. Да, у Вадимки, кстати, здесь на столе вот так лучше, да, видно? У Вадимки на столе порядок. Он вчера прибирал, тут стол протирал, мыл его. Видите, вот он уходит утром. У него вот так всегда чисто. Шортики, которые он дома носит, вот сюда кладет. А, так, да, стульчик. Здесь на столе у него ничего нет всегда. Только ноутбук, потому что он, ну, уроки смотрит, там делает. Там наушники у него. Вот так у него всегда. Прям чистенько. Кровать, конечно, не всегда заправляет, потому что торопится утром. А вот на столе у него всегда чисто. Прям радует глаз. Просто вчера вообще капитально так мыл. Это уже не отмывается. Вот мыл прямо так хорошо. И, кстати, вот этими салфетками. Я говорила, что у меня мальчишки любят салфетками влажными. С тряпочками не любят ходить. Ну, пусть так. Да, девчонки, герань. Видите, такие же цветочки, только почему-то мне кажется, что здесь у нее ствол больше или просто старше цветок. Нет, такой же. Здесь цветочков нет и пока не образовываются. А вот у мамы, у нее прям вот все вот цветочки вот подряд сейчас у всех вот такие бутончики образовываются и открываются. А здесь пока нет, не знаю, может быть, будут. Мне кажется, там суховато. Ну, также поливаем, как этот. Как-то не каждый день мама говорила поливать. Так что вот горшочек надо взять. Она замотала, чтобы тут вода, ну, она, видно, полила, когда отдала, чтобы здесь вода не набежала. В общем, вот, теперь у нас два цветка. Это Кирилла цветок. Это мой, это мне подарили. Ну и денежное дерево. Денежное дерево, там, оно у нас уже давно. Там оно у нас вообще по наследству передалось. Вот, стоит на кухне. А вот это вот тоже на кухню поставили. Ну, вот, что сделать, чтобы цветочки-то были, я не знаю. А сейчас я хотела бы вам показать свой очередной заказ. Рандеву. Очень классный заказик. Хочу вам показать. Все. Промокод оставлю под видео. И все ссылки на все, на все, что я заказала, оставлю под видео. Итак, давайте покажу. В этот раз я заказала новые кисти. Вот очень-очень красивые. В такой вот коробочке. BH Cosmetic, так называется вот эта фирма. Вот, BH Cosmetic. Здесь 11 кисточек, 4 больших для лица и 7 для глаз. Давайте самую большую покажу. Это синтетические кисти, но зато они очень хорошо моются, все микробы смываются сразу же.
никакой аллергии не будет. Вот это самая большая, очень красивая. Этот цвет указан персиково-розовые красивые кисточки. Очень понравились. Мне очень понравилась вот эта вот кисточка. Прям вообще очень сильно я ее хочу, потому что нигде не могу такую купить. Бочоночком короткую и вот именно, чтобы она была мягкая, в складочку века, да, темный оттенок рисовать. Купила повязку для волос. Это когда делать макияж или когда делать какие-то косметические процедуры. Очень красивая повязка. Так вот, да, бант-повязка для фиксации волос во время косметических процедур. Цвет черный. Всякие-всякие цвета есть. Вообще очень много. И вот этот бант можно снять, девочки. Он снимается. Вот. Смотрите, какая красота. У меня такой розовый есть. А я иногда снимаю, собираемся вместе со мной на втором канале. Там у меня черная пижамка шелковая. И вот я заказала черный бант. Очень мило смотрится. Так прикольно, когда одеваешь такой бант. Цвета вообще шикарные. Всякие есть красивые. Дальше здесь у меня для волос заказала. Сыворотка ампульная против выпадения волос. Девчонки, все расписано на сайте. Я все ссылки оставлю, вы перейдите, прочитайте. Это Аравия фирма, профессионал. Так, реактивирует рост волос, замедляет процессы старения. В общем, здесь очень много всего хорошего расписано. Укрепляется луковица, утолщается стержень растущих волос. В общем, я привыкла как делать. Голову помыла, потом распределяю по... Да, по приборам средства. Это тоже точно такое же средство. На чистые можно волосы. На влажные можно, на сухие. И написано, не утяжеляет, не жирнит. Наоборот, делает объем. Буду тестировать, потом вам обязательно расскажу. До этого я заказывала другие средства. Мне очень понравились. Я много раз про них рассказывала. Дальше нашла я свою щеточку, какую я хотела. Рокс. Рокс или Рокс? Вот такую вот щеточку. Это отбеливающая. Мне ее рекомендовал мой зубной врач, поэтому я пользовалась. Потом 3 месяца проходит, нужно новую покупать. Вот я нашла на рандеву. Там огромный выбор зубных щеток. Просто вообще много-много. Так, средней жесткости у меня. Дальше здесь у меня вот такой вот наборчик. У меня закончился мой парфюм Lancôme Lavie Belle. Это мой любимый сладкий аромат. И в этот раз я увидела, что он идет с этот у нас парфюмированный лосьон для тела. И цена точно такая же, как у парфюма. Ну что один парфюм заказывать, что вот такой набор. Естественно, набор лучше и подарить можно, и для себя, ну что тоже пользоваться лосьонами, я тоже для тела пользуюсь, так что это, конечно, выгоднее. Здесь 2 по 50, парфюм 50 и лосьон 50. Это мой любимый парфюм, он мне никогда не надоест, естественно, здесь оригинальная продукция вся, в смысле, это оригинал, сертификаты все есть, девчонки, не сомневайтесь, все всегда приходило в целости и сохранности, естественно, оригинал. Красота. У меня закончился парфюм, вот я его сразу заказала. Я просто не могу без него жить. Так, ну и здесь положили такой вот пробочек в подарок. И парфюм. Парфюм опять положили. Постоянно сейчас его кладут. Ангелин. Ангелин. Тут 2 разных парфюмчика. Я на СМР-канале тестировала. Все. Коробочка пустая. По ссылочке перейдете, все цены увидите. Можете сразу зайти посмотреть. Не забывайте вводить промокод при заказе. А я сегодня помыла все свои кисти и бьюти-спонжи. У меня еще были от Real Techniques бьюти-спонжи. Но они сейчас покажу вам. Вот я их, в общем, решила выбросить. Видите, они как порвались вот. Я вообще не знаю, надо такие стирать или нет. В общем, недолго они мне послужили от Real Techniques. Быстро порвались. Буквально 3 стирки, наверное, и все. И вот такой вид. Видите? Я решила их не мыть, а выбросить. Мне кажется, рваные. Зачем они нужны? Вот это вот. Не знаю, мне дарили спонж. Так, вот этот недавно покупала. Поэтому он, наверное, еще не порвался. И кисти все. Тут новые кисти. Я тоже их помыла. Этими пользовалась вот новыми кисточками. Пробовала. Но сегодня их помыла. И эти все. Этими еще не пользовалась. Но тоже все помыла.
Так, пожалуйста, не пишите, почему столько много кистей. Это немного, это очень мало. Если бы вы были блогером и снимали бы, например, про макияж, вы бы знали, о чем речь, потому что, ну, кисточкой же не будешь грязной, да, наносить ее тут. Нанес, например, несколько раз, там, раза два-три макияж, все, другую берешь кисть. А те, например, ну, мыть надо, отложить. Но я люблю вот сразу все помыть. Они у меня к завтрашнему дню, я сегодня уже сделала макияж, к завтрашнему дню они у меня все просохнут, и я буду пользоваться. Сначала, например, одной кисточкой, да, там через несколько дней другой, и все, и потом снова мыть. Вот это вот кисточки, которые я вам показала, обзор, вот этот вот сайт Рандеву, я давно записывала. И вот некоторыми кисточками я уже пользовалась, понравился этот набор кисточек. Хороший ворс, нормальный. Вот это вот тональный крем я наносила, очень хорошо наносит тональный крем. Это корректор наносила, здесь пудру наносила, румяна, тоже классная кисточка. Мы с Юрой приехали газ заправлять, потом поедем за продуктами. И у меня закончились ватные диски. Блин, покупаю, так быстро заканчиваются. Сегодня опять беретики. Ой, девчонки пишут, многие написали, что я на тебе берете хорошо. А тут девушка написала, в берет старит, шапки старят. Я такая думаю, берет старит, шапки старит. А что носить-то? У нас минус 10. Минус 10 градусов. Без шапки не будешь ходить. У нас газ 19 рублей стоит. Девочки, мальчики, а у вас сколько стоит газ? 22,50. Сколько? 22,50? В других городах? Да. Да? А ты откуда ставишь? Тебе сказали? Или в Кургане ты видел? В Кургане дороже? Конечно. Дороже. Сколько у нас входит? 40? Я сегодня в этом плаще, в тоненьком, потому что в машине. Так-то у нас сейчас на данный момент минус 9, надо было пуховик надеть. А я раз в машине, в магазин идти. Пойдем, пойдем. Я думала, все, еще за бензином. Мы поехали уже, он остановился, говорит, еще бензину надо. Полная машина, чтобы была. То все равно утром прогревается машина, много тратится. Бензин тратится, и газ тратится. Но газу все равно хорошо. Я раньше боялась, сейчас тоже побаиваюсь, но не так. Раньше совсем боялась ездить, потому что, ну, газ же. Зато опять такая экономия на газу. Очень хорошая экономия. Хочу показать вам наши покупки в Пятерочке. Сегодня тут увидела филе, значит, вот такое стейк грудки взяла, филе мало увидела, взяла. Правда, я не знаю, что тут что-то, мне кажется, его так мало, надо было взять 2,5 кило. Да, надо было, наверное, 2 штучки взять. Я думала, больше не посмотрела. Так, а здесь 525, чуть-чуть побольше грамм. Значит, у нас здесь стейк грудки индейка, тут тоже филе малая индейка. У меня мама постоянно берет вот эти вот упаковочки, говорит, очень вкусно, лучше же, чем курица. Индейка говорит, больше нравится и полезнее. Вот увидела, тоже взяла. Так, значит, у нас здесь крупа гречневая. А здесь, значит, у меня сухарики для салата. Хочу сделать опять салат Цезарь. Да, салат хочу сделать Цезарь. И сухарики вот эти вот, это гренки, они очень-очень классно подходят. Вот к нему. Грибочки. Это Кирилл попросил шампиньоны взять, ну, например, куда-нибудь добавлять. Он любит с грибочками макарошки, если делает, тоже с грибами. Вот так, значит, ну, хоть куда вообще можно. Здесь, значит, томаты, огурцы, так, капуста, капуста на салаты тоже у нас пойдет. Морковка сегодня вот такая вот почище, морковка побольше взяла. Листья салата. Здесь, значит, укроп, лука зеленого не было. Вообще все разобрали, а я хотела лук зеленый купить. Но в другое место не поехали, ладно. Так, здесь еще молоко. Здесь Вадимки виноград. Это тоже Вадимки сладкая кукуруза. И бананы, бананы Вадимки и Кириллу. В основном они едят. Ну, я иногда редко кушаю. Вот. И Эпика йогурты, наши любимые Эпика. Ну, нам так они нравятся. Мне кажется, они всех вкуснее, эти йогурты. Еще творожок тоже вот
Эпика вкусно. Все наши покупки. Сегодня я буду готовить гречку, скорее всего, наверное, вот с грудкой. Или у нас еще свинина осталась, кусок свинины. Вот, наверное, со свининой, может быть, сделаю. И салатик. Салат очень хорошо стали есть опять. Вот этот вот просто простой: огурцы, помидоры, там лук, укроп. Там со сметаной смешаем. Ну, кто со сметаной, кто с маслом, тоже очень хорошо едим. И просто из капусты, может быть, с морковкой сделаю салат еще. Все, у меня уже ужин готов. Я приготовила сегодня гречку с индейкой, с овощами. У нас там лук, морковь, укроп. И здесь, значит, я сделала салатик, но салат еще не добавила, потому что у нас половина кто-то с маслом есть, кто-то со сметаной, там, с майонезом. Вот, надо разделить. Здесь я помыла фрукты, виноград Вадимке помыла, бананы помыла. Виноград, думала, Вадимка сейчас будет кушать, а он после школы побежал на улице. Ну, он все время после школы на улицу бежит, гуляет, домой не загнать, любит на улице гулять. Все, и сейчас мы поедим Юрой, а потом дети поедят у нас. Всем приятного аппетита, кто сейчас будет ужинать. Очень вкусно получилось. Гречку я тушу, я говорила, да, в сковородке. Там сначала гречку поджариваю, потом водичку добавляю, потом все остальное. Ну, можно лук поджарить сначала с гречкой, потом все остальное. Очень вкусно получается. Мои хорошие, на этом я сегодняшний влог буду заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Скоро увидимся. Здесь еще капусту не нарезала. Сейчас буду капустой заниматься. Поем и капусту нарежу для салата. Все, мои хорошие. Всем пока-пока. Не забываем ставить лайки и подписываться.